Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск обновления 1.4.40. 1 января будет доступен скин на Валира, Диктатор, для звездных участников. Изменения героев. Сиссилион, первый навык. Базовый урон уменьшен на 15, а вот бонус к урону от маны увеличен с 6% до 8% на 6 уровне навыка. Ульта. Количество выстрелов увеличено с 10 до 40. Дебаф замедления противника теперь накапливаемый и растет до 30%, а вот урон остался прежним. Но теперь есть больше смысла закупать на него пылающий жезл и палочку гения. Кормила. Первый навык. Оптимизировали эффект и название. Уменьшили базовый урон на 20 единиц для всех уровней. Но эффект реально стал красивый. К слову о красоте. Скоро Новый год, а значит стоит заказать себе подарок. Так закажи себе одежду с крутым принтом. Мне понравилась эта картинка, а ты можешь заказать себе принт с героями Mobile Legends. Проще всего это сделать на сайте всемайки.ру. Прекрасный выбор из более чем 150 тысяч принтов. Но зачем тебе чужое, когда можно сделать собственный дизайн в конструкторе? Принты отличного качества и шьют все специально для тебя. Порадуй себя и друзей, подари себе незабываемые эмоции и отличное настроение. Помни, шмот от всемайки.ру дает плюс 100 к морали. Переходи по ссылке и используй мой промокод на скидку в 10%. Линг. Первый навык. КД увеличено с 8-7 секунд до 11-9 секунд. На мой взгляд, это слабый нерв. Основная сложность в игре против Линга – это его ульта, которая срабатывает как очищение. Бакси. Ульта. Базовый урон уменьшен с 60-90 до 50-70, а КД увеличено на 10 секунд для всех уровней. Жестко с ним обошлись. Маша. Первый навык. Скорость бега уменьшена на 5% для всех уровней, а потребление здоровья увеличено на 0,2% для всех уровней. Ульта. Замедление увеличено. Было 0,5, будет 1 секунда. Но уменьшили на 10% бонусную защиту. Ты тоже отметил, что чаще Машу стали брать в ранге? Ван-ван. Ульта. Теперь должна триггерить эффекты автоатаки. Но на тестовом у меня нет ван-ван, чтобы проверить. Подожду выхода на основу. Но взамен уменьшили физический бонус к атаке на 5% для всех уровней. Это малая плата за то, чтобы охотник на демонов работал в ульте. Если он работает, конечно. Мартис. Пассивка. Бонус к скорости атаки увеличен с 25 до 30%. Мелочи, я считаю. А вот Мартиса вернет в мету, если ему ускорить анимацию первых двух навыков. Эстес. Первый навык. Базовое количество моментального исцеления уменьшено на 50, но магический бонус увеличен с 30 до 70%. Так Эстес становится опаснее на середине матча, когда у него растет магическая сила, а у твоих союзников еще нет антихила. Лолита. Базовые ХП уменьшены на 100. Прирост ХП тоже сократили с 228 до 190. Второй навык. Базовый урон выстрела после щита уменьшен на 100 для всех уровней. Но бонус за каждый блок теперь не 20%, а 50%. Копится до 300%. Кимми. Физический бонус к атаке уменьшен на 12%. Для скорострельной Кимми это будет ощутимо. Дариус. Первый навык. Уменьшен урон от последовательного урона, то есть когда навык бьет несколько раз одного героя. Баданг. Ульта. Базовый урон уменьшен, был 120, 150, 180, будет 100, 140, 180. КД уменьшено с 34 до 30 на всех уровнях. Ну, баш на баш. Лучше чаще применять ульту, чем наносить чуть-чуть больше урона. Также прикрутят в титулы звездный ранг. Что за звездный ранг, я не в курсе. Ну а на этом все. Если видео понравилось, подписывайся на канал и жмякай лапку. Удачи, друг!